День рождения у торгового комплекса, а подарки получают самые преданные покупатели. Главным призом стал сертификат на шопинг на сумму 30 тысяч рублей. Также для посетителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу, викторины для взрослых, игры и аквагрим для детей. Подробности в сюжете. Поздравления от самых маленьких посетителей. В свой день рождения получает «Вивалэнд». Торговому комплексу исполняется 7 лет. И за это время он успел обзавестись самыми преданными друзьями. Здесь можно найти море развлечений, место расположения, также разнообразие отделов, детских отделов. Буквально вчера было мероприятие «Забег ползунка». Вот Марк у нас занял второе место. Свой день рождения торговый комплекс подготовил для самых преданных посетителей немало сюрпризов. Грандиозная развлекательная программа, творческие номера, викторины, игры и конкурсы. А для детей еще и аквагрим. Праздник собрал сказочных персонажей, супергероев и, разумеется, деловых партнеров. Как посетителю торгового центра «Вивалэнд» я могу здесь найти абсолютно все. Развлечения, которые может себе позволить кинотеатр, все, что нужно, боулинг здесь есть. Непосредственно как человек, который сотрудничает именно с администрацией ТРК «Вивалэнд», всегда администрация идет навстречу, то есть любые идеи поддерживает, поэтому мне нравится комфортно с ними работать. Для самых преданных посетителей – море подарков. Открываем, вытаскиваем бумажку, какая нравится. В течение месяца мы проводили акцию «Время подарков». У нас люди совершали покупки в торговом центре, и сегодня они получат за это самые разнообразные подарки. Самый главный суперприз – это шопинг на 30 тысяч рублей в нашем торговом комплексе. Мы с каждым годом развиваемся, у нас открываются все новые и новые интересные, хорошие магазины мировых брендов. И мы стремимся вперед. Впереди еще один масштабный проект – «Свадьба под ключ». За главный приз молодожены города поборются уже 13 мая. Мария Акимова, Александр Дудко. Новости губернии.